Сегодня мы передаем два новых автобуса для использования. Один из них автобус пас на межмуниципальном сообщении для Сусуманского городского округа. И автобус «Вектор», специализированный по программе «Доступная среда», для использования на городском маршруте, вот как город определен, на маршруте номер 20. Автобус оборудован специальным подъемником для маломобильных граждан. Кроме тех уже транспортных средств, которые тоже у нас используются для маломобильных граждан, колясочников, по специальным заявкам, как социальным, мы планируем и в следующем году, да, может быть, еще и в этом году, кстати, будет приобретен специализированный автобус тоже с подъемником для органов нашей социальной защиты, и он будет обслуживать жителей города Магадана. Ну и планируем также приобретение автобуса для Тенькинского городского округа. Ну вот еще назрел теперь и для Кольского округа, для Долонья. Ну посмотрим, постараемся какой-то вариант уже найти.